Одним из видов защитной трубопроводной арматуры является тарельчатый обратный клапан. Принцип работы клапана очень простой. Под давлением потока жидкости отклоняется тарелка. Вода огибает тарелку и течет дальше по трубопроводу. При обратном движении тарелка с уплотнителем возвращается в изначальное положение, тем самым перекрывая путь потоку воды. В традиционной конструкции тарелка имеет примитивную плоскую форму, что оказывает серьезное гидравлическое сопротивление потоку жидкости. Вода огибает тарелку вдоль всей поверхности, тем самым существенно теряя скорость движения. В новом обратном клапане Mirai Rivus конструкция проточной части была полностью переосмыслена. Запорный элемент имеет каплевидную форму. Поток воды свободно проходит по максимально обтекаемой траектории. В результате достигается минимальное гидравлическое сопротивление и увеличивается общая пропускная способность клапана. В случае обратного потока запорный элемент возвращается на место и перекрывает отверстие. Качественные современные материалы обеспечивают надежность и долгие годы интенсивной эксплуатации клапана. Результаты независимых лабораторных испытаний доказывают, что обратный клапан Mirai Rivus почти вдвое превосходит традиционные аналоги по коэффициенту пропускной способности. Чем выше этот показатель, тем свободнее и быстрее вода движется по трубопроводу. Высокая пропускная способность влияет на безопасность и долговечность трубопроводной арматуры.